Вот в понедельник, 17 января 2022 года, 7:20 утра. Ясное небо в Пятигорске за первый раз за 5 дней нашего пребывания. Посмотрите, как классно видно все горы, все небольшие холмики. И как всегда, красивый и каждый раз за 5 дней разный восход. Шикарная панорама. Прощаемся на год с Пятигорском. Всем спасибо, пока-пока. И Пятигорску до встречи.